Добрый день, с вами дачный обзор «Садогород». Вот я развел в литровой банке корневин с водой. Вот. Взял, розы у меня уже отцвели, некоторые еще цветут. Вот я нарезал черенков от роз. Вот видите, их тут 3-6 штук. Это с каждой розы отдельно черенок. Листья я обрезал. Внизу я срезал под углом, чтобы корня больше было развивалось. И поставлю в корневин. Вот так. И посмотрим. Через пару недель дадут они корни или не дадут. Если корни дадут, отрастут они сантиметров 5, я их посажу в землю, а на зиму укрою. У меня будут новые кусты роз. Но если не дадут, пробовать никогда не поздно. Вот что я хотел вам показать. Через 2 недели я покажу вам результат. На этом пока все. Дачный обзор «Садогород». Пока.